знаешь кто? Это потомки масштабов британской оккупации. Вот сейчас есть масштаб израильской оккупации, когда здесь были британцы, они сделали как бы там все христианское, типа того. Это типа Цуфим, только Британии. Да, старая Беджала, типа. Но это в Иерусалиме нет похожих таких. Я понял, в Иерусалиме есть. Не, я говорю про ям старого Беджала. Смотрите, спуск. Ой. Потрясающий спуск. Вот это да. Вся Беджала видна. Справа, видишь? Видели такси? Отдельно сделаю видео. Беджала. Еще бар. Red bar. Еще церковь. Здесь действительно больше церквей, чем домов. Майя готова? Символ анархистов, и а до этого был фатер. Старый Беджал. Что старый Беджал такая большая, что такое ощущение, что новой нету. Ну, вообще очень красиво. Ну да, тут таковые сильно классные. Я вот сейчас езжу, получаю удовольствие. Я тоже. И когда я сцену сфотографирую, все получается сложно. В принципе, никто и не знает, что это такое, это Беджала. Ну, тут красивее, чем Бетлехем, я скажу. Да. И чем Бетлехем тоже красивее. Надо как-нибудь выбрать день, приехать, а все, без лахаться.
здесь погулять, припарковать машину. Да.